Уберите от меня руки! Это что ж такое, а? Это ж по улице пройти сейчас спокойно невозможно, а? Достал этот сетевой маркетинг! О, пожалуйста, разуют, разденут, только купил у них что-нибудь. И главное, если какой-нибудь совершенно безобидный вопрос. Здравствуйте, к вам можно обратиться? Легкомысленно ответишь, да все. Все, считай, что ты уже попался. Попался? Это что ж такое? Это, ну это ж какой-то ужас. Прям. Здравствуйте, к вам можно обратиться? Да. Попался. Понял? Попался. Здравствуйте. Я представительница компании по продаже уникальной чисто-чистящей пены для очищения неочищенной поверхности до чистоты очищенности. Ты сама поняла, что сказала, а? А? Нет, я говорю, мне от вас ничего не надо. Все, идите, идите. Это что ж такое? Ну, надо же, как привязал. Здравствуйте. Вижу, очень заинтересовались. Учтите, у нас все. О чем вы только могли мечтать, дешевле в два раза. Да. Да ну это еще не сок. Также вы получите в подарок полотенце с моим изображением. Абсолютно бесплатно. Всего за 800 рублей. Как это? Ну мне жить-то на что-то надо. А мне от вас ничего не надо. Мне от вас ничего не надо. Все, я сказал, идите. Ну что ж такое, надо же так привязалось прям. Вижу, вижу, вы заинтересовали. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушайте, мы давно не виделись, да? Я что, здесь один, что ли? Вы посмотрите, сколько народу вокруг ходит, а? Я что, для вас медом, что ли, намазан, а? Если у вас есть надежда пятна мед, не отчаивайтесь. Вы не умрете, я рядом. Да. Вам предлагается средство, которое с легкостью очистит все. Кетчуп, вино, мед, помет. Сгинь от меня нечистую со своим пометом. Вижу, вижу, вы заинтересовались. Здравствуйте. Женщин, не пошли бы вы, а? Здрасте! Я только пришла, никуда не пойду. Вот как только ваше лицо увидела, мне сразу стало понятно, что вам нужно. Ну что? Вот что мне от вас еще нужно-то, а? Вам предлагается крем для лица. Намажь крем для лица, не видно под лица. Уйдите, исчезните! Вижу, вижу, вы заинтересовались! Здравствуйте! Опять козе баяна! Какой баян? Зачем твоей козе баян? Купи мне лучше комплекс для похудания. Какой еще комплекс, а? Вам предлагается набор хозяйственных сумок на колесиках без колес. Что вам от меня надо, женщина? Вот вечно здравствующая, а? Вам плохо. На вас было хорошо. Хорошо, пока вот вы мне не встретились. Ой, это нервы, открой рот. Зачем? Открой так надо. А. Вот, нате. А. Что это? А что такое? А что вы мне сунули такое, а? Таблетка от нервов 1000 рублей. Для наших клиентов бесплатно, а то иногда дуреют. Прям такая... Вижу, вижу, вам понравилось. Таблетка хорошая. Ее выпускает наша оборонка совместно с фирмой «Сельхознавод». Вот. Ну, плю, я в часах сама не успокоюсь. Ага. Зачем? Лежать так надо. Ага. Ой. Ну как, лучше стало? Слушайте, как полегчало, как. Слушайте, а что это за методика такая интересная? Это я такую собаку успокаиваю, когда она дуреет после машины. Кстати, мужчина, у вас есть машина? Да, да, есть. Вам повезло, вы попали в аварию! Что? То есть в акцию. Что за акция? Вам предлагается специально для добавка для мотора. Ага. Такая фигня японская. Нам ее привозят из Саратова, Молдаване. Одна упаковка 300 рублей, вторая за 400, третья, так как мы знакомы, за 500. Да вы что? Ну мне жить-то на что-то надо. Да вам вообще жить не надо, понимаете? Вам вообще жить не надо, ведьма! А, ты на меня не отвлекайся, пошли дальше. Господи. Вам предлагается суперклеящий клей. Он клеит один раз и на всю жизнь. Называется ипотека. Что ипотека? Так, все, идите отсюда, ипотека. Счастья вам при встрече с трамваем.
До свидания, тетя! Это что ж такое? Ну надо же! Здравствуй, дядя! Так, все! Наша фирма предлагает вам стульчик-сидунчик и наживку червяка-здоровяка. Не возьмешь червяка, не дожить тебе до утра, тетя! Что вам нужно от меня, дядя? У меня муж дома! А для мужа купи клей и мужа к стулу приклей! До свидания, дядя! Здравствуйте, тетя! Вижу, заинтересовались, а! Ну-ка, купи черного хлеба, побалуй дома деда! Больной какой-то! Мужской костюм из Китая для мужа самурая! Помогите! Вижу, заинтересовались! Заинтересовались!